Доброе утро, дорогие друзья! Вы вновь смотрите на Рублевке, на новой Риге Лайф. И сегодня я, Илья Кремер, буду присутствовать на мероприятии, необычном для себя. Я приехал в Жуковку на девичник. Бьюти-бранч на Рублевке состоится в салоне The Face Only, где представители салона расскажут нам о процедурах, которые происходят там, познакомят с мастерами и, конечно же, познакомят с атмосферой этого места. Пойдемте же вместе рассмотрим это мероприятие. Рады принять у нас в гостях молодых девушек и пару мужчин. Рассказали им о том, что такое Face Only, что мы можем предложить, как помочь коже в такой холодный зимний период. У нас Face Only мы можем предоставить решение любой проблемы, независимо от того, что у вас конкретно, проблемная кожа, возрастная кожа и так далее. Мы все готовы решить, мы все, во всем вам поможем, подберем домашний уход, стабилизируем в принципе рацион ваш и так далее, поможем во всем. В юном возрасте у нас откладывается очень много наперед, поэтому чем раньше мы начинаем работать на будущее, тем красивее мы стареем. Поэтому, если у вас есть какие-то определенные проблемы в юношеском возрасте, не думайте, что это потом пройдет. Это нужно прорабатывать здесь сейчас, для того, чтобы впоследствии не разгребать еще более наваленные огромные кучи проблем, и их будет сложнее просто-напросто решить. А если у вас нет проблем, но вы хотите отдохнуть или просто хорошо выглядеть перед мероприятием, мы также вам готовы предоставить пару наших процедур. Приходите к нам, будем рады вас видеть. Дорогие друзья! Если вы досмотрели это видео, то значит оно вам понравилось, а значит вам нужно поставить ваш палец вверх, лайки, на YouTube обязательно отметить колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео, конечно же подписываться на все социальные сети, на Рублевке, Риге Лайф, на нас, ну и оставаться в хорошем настроении, сиять, выглядеть отлично и замечательно вместе с The Face Only этой зимой. Всем пока-пока!